Бонжорно, сеньоры и сеньориты. Для любителей пасты, ризотто и прочей итальянской кухни сегодня разбираем Беретта М9. М9 – настоящий горячий итальянец, самозарядный пистолет под 9-мм парабеллум, стоящий на вооружении армии США, созданный на основе итальянского пистолета Беретта 92 FS. М9 – ветеран серии Battlefield. Данный пистолет появлялся практически во всех частях серии, освещающие современные военные действия. В Battlefield 3 итальянец выступал как стандартный пистолет для американской стороны конфликта. Ну а для того, чтобы с его помощью проверить альденте врагов, в Battlefield 4 вам потребуется набрать 4000 очков с помощью пистолетов. Характеристики. Урон стандартный для 9-мм пистолетов, максимальный 27, минимальный 12,1. Темп стрельбы 400 выстрелов в минуту. Перезарядка полная займет 1,6 секунды, тактическая 1,3 секунды. М9 в народе любят. Особенно популярностью пистолет пользуется у новичков, в основном благодаря своему удобству. Как говорится, прямо в руку ложится. Пистолет имеет большой магазин на 15 патронов, обладает хорошей точностью, сравнительно небольшой отдачей, хоть и проигрывает по этому показателю P226. Однако в данном пункте на 0,25 опережает Грача. Благодаря высокому темпу стрельбы и высокой скорости полета пули, М9 отлично подходит для небольших и средних дистанций. Ведение прицельного огня будет гораздо приятнее, нежели стрельба от бедра. Разброс пуль может неожиданно омрачить мини-дуэль тет-а-тет. Если ковыряться глубже, то с натяжкой можно выкроить минус пистолета в виде средней скорости перезарядки, который М9 проигрывает даже Грачу. Модули. В качестве модуля вы можете использовать любой прицел по вашему усмотрению, в зависимости от стиля и предпочтений. В работе с М9 ЛЦУ будет весьма актуален, разумеется, там, где он уместен. В принципе, ЛЦУ полезен большинству пистолетов, потому что уменьшает разброс при стрельбе от бедра на 25%. В качестве насадки на ствол рекомендую использовать глушитель. Он не так сильно влияет на скорость полета пули и уменьшает ее всего лишь на 30 метров в секунду. Или же компенсатор, который стабилизирует горизонтальную отдачу. Также неплохо смотрится утолщенный ствол, но все же рекомендую использовать либо пустым, либо с глушителем. В целом, М9 отличный пистолет, один из лучших в классе 9-мм. Он полностью оправдывает свою популярность благодаря быстрому темпу стрельбы, высокой точности и серьезному урону. Хотя все же немного не дотягивает до лидерского пьедестала второстепенного оружия. Но думаю, на этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваше мнение по поводу М9. Увидимся на поле боя. Пока.